Молоко теплое, 35 градусов, столовая ложка сахара, вот с такой небольшой горкой, прессованные дрожжи. Перемешиваем до растворения дрожжей и сахара. Растительное масло. В несколько приемов добавляем просеянную муку высшего сорта, 1 чайную ложку соли с маленькой горкой. Вмесили 500 грамм муки, слегка присыпаем стол мукой и продолжаем месить на столе минут 5. Ну вот и тесто готово. Месила в течение 5 минут. На присыпку стола у меня ушло 10 грамм муки. У вас может уйти больше или меньше. Прикрываем и ставим в теплое место. Прошло 1,5 часа. Обминаем тесто. Разделим тесто на 3 ровные части. Слегка припыляем стол мукой. Раскатали заготовку в круг толщиной приблизительно 5 миллиметров. Противень застелила бумагой для выпечки и слегка смазала растительным маслом. Прикрываем и даем время поднять. Прошло 20 минут. С помощью скалки вдавливаем. С помощью вилки делаем проколы. Смазываем взбитым яйцом. Сверху присыпем кунжутом и оставим на столе постоять минут 5. Через 5 минут ставим в разогретую духовку до 200 градусов. В моей духовке готовились 25 минут. У вас время может быть другое. Перекладываем на решетку и остужаем.